Во вторник в региональном наноцентре состоялось первое заседание консультативного совета по реализации проекта «Технокампус-2.0». Сам проект направлен на создание высокотехнологических центров, производств и новых образовательных моделей. В состав инновационного кластера войдут предприятия портовой особой экономической зоны и индустриального парка Заволжья. Технокампус даст старт развитию так называемой экономики будущего, основанную на передовых технологиях и разработках. В качестве примера разработчики решили взять создание и развитие кластера информационно-коммуникационных технологий в Стокгольме. Там губернатор Сергей Морозов побывал на прошлой неделе. То, что мы увидели, очень хорошо ложится на нашу программу действий. Но они строили этот технопарк 40 лет. У нас такого времени, количества времени нет. У нас есть всего 15 лет. Конечная цель проекта – создание современной территории с абсолютно иным, нежели сейчас, качеством жизни людей. Первый шаг уже сделан. Сергей Морозов подписал подробную дорожную карту по реализации проекта «Технокампус-2.0». Документ содержит конкретные шаги до 2020 года. Таким образом, реализацию дорожной карты губернатор будет контролировать лично. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».